Уважаемый Михаил Федорович, уважаемые участники праздничной встречи, от лица депутатов Ивановской областной думы примите сердечные поздравления с 90-летием Ивановского государственного химико-технологического университета. За этой датой достойный путь, насыщенный яркими событиями и впечатляющими достижениями. В настоящее время Ивановский государственный химико-технологический университет входит в список лучших вузов России по качеству инженерного образования. Занимает лидирующие позиции в области фундаментальной науки и подготовки научных кадров. За эти десятилетия вуз стал крупным центром, обладающим мощным образовательным и инновационным потенциалом. Вызывает уважение активное участие сотрудников и учащихся университета в общественной жизни региона, в реализации социальных программ. Вуз является центром творческой и спортивной жизни молодежи Ивановского края. Я искренне желаю преподавателям, выпускникам, студентам университета дальнейших успехов, ярких профессиональных достижений. Желаю удачи, благополучия и, конечно же, крепкого здоровья. Ну а учебному заведению достойно подготовиться и отметить грядущий вековой юбилей.